Как вы думаете, что такое джезва? Верный вариант – конусообразный сосуд для варки кофе. Если вы ответили правильно – well done. А если определение слова вы слышите впервые, вам плюс в копилку словарного запаса. Тема нашего выпуска – кофе. С момента обнаружения кофе считают, если не волшебным, но душевным напитком, уж точно. Спасибо. Содержащиеся в нем 300 различных антиоксидантов, видимо, отлично справляются со своей работой. Кофе пробуждает утром, заряжает днем и расслабляет вечером. Кстати, зачастую кофе помогает изменить принятое ранее решение, так что если ваш оппонент приглашает вас на чашку кофе, хорошенько об этом подумайте. Согласно различным историческим данным, кофе был обнаружен в Эфиопии, затем быстренько обрел своих поклонников в арабских государствах. И только потом напиток начал создавать целые традиции в европейских странах. По объему мировых продаж, а речь идет о 70 миллиардах долларов, кофе занимает второе место, разумеется, после нефти. Более 60% сырья производится в 4 странах – Бразилии, Колумбии, Венесуэле и Вьетнаме. Структура рынка такова – дилеры и крупные торговые дома закупают кофе у экспортирующих стран, затем перепродают производителям. Главные операции совершаются на фондовых биржах Нью-Йорка и Лондона. Этот напиток очень хорошо, скажем так, раскручен, распиарен во всем мире. Скажем, армия поклонников этого напитка, она увеличивается. Даже смотреть по Казахстану. Мы когда начинали, я помню этот момент, сказали, зачем вам это надо? Вы что, Казахстан, чай, молоко, вообще кофе никому не нужен. Зачем вы этим начали заниматься? Столько денег и так далее. Прошло время. Для этого просто нужно время. Я это называю кофейная эволюция. Для казахстанцев кофе – один из самых импортируемых товаров. Местные климатические условия не позволяют здесь выращивать капризные кофейные деревья. По этой же причине зерна доставляются во многие страны мира в виде зеленых бобов, а обрабатываются и обжариваются уже в пункте назначения. Первое основное преимущество в этом плане сравнения с импортными товарами – то, что он свежий. То есть он с момента обжарки это 7, 30, 40 дней, то есть не более. Мы не рекомендуем более использовать, потому что он теряет все свои вкусовые свойства. С одной стороны, все очень просто. Вы берете сырье, то есть есть специальный аппарат, один из которых сзади меня находится, да, вот, и вы обжариваете, доводя до определенного цвета. Но на самом деле это сложный продукт. В Казахстане этим продуктом уже несколько лет занимается Павел Сериков. Именно он начал завозить сюда сырой кофе, и конкурентов у кофейного предпринимателя нет до сих пор. То есть мы пионеры в этой области. На нас во всех лабораториях, на всех таможнях смотрели с большими глазами. Сейчас уже гораздо проще это все сделать, учитывая, что и экономическая составляющая в целом поменялась в стране. Существует очень много трейдеров, которые продают зерно. Они находятся как в Европе, так и в России. Вот мы работаем с разными, то есть разный ассортимент и Бразилия, и Колумбия, и Эфиопия, Гватемала и очень много всего, да. Объем казахстанского кофейного рынка оценивается в 9 с небольшим миллионов долларов. Только столичные жители охотно тратят на этот напиток около 1,5 миллиона долларов ежегодно. Алматинцы – 2,5, а замыкает тройку любителей кофе – шымкентцы. В натуральном же объеме страна потребляет почти 2000 тонн кофе каждый год. Такую картину спроса на кофе на местном рынке создают несколько игроков – транснациональные компании, супермаркеты и спешлти кофе от небольших заведений. Культура потребления кофе в Казахстане меняется. Сегодня казахстанцы готовы ждать, пока сварится натуральный ароматный кофе, чтобы насладиться им в уютной кофейне. Кстати, в Астане таких насчитывается уже около 500. Зачастую люди готовы ехать в другой конец города. И влияет на это решение, конечно же, качество кофейных зерен и умение баристы приготовить пусть и не волшебный, но душевный напиток. Ернур, скажите, пожалуйста, считаете ли вы кофе душевным напитком? Да, конечно, я считаю, что
каждый кофе должен приготавливаться с душою. Главная роль бариста, это и есть главная роль. Он встречает гостей, он готовит, он понимает, что хочет каждый гость. Он подбирает для каждого человека нужный напиток. Можно считать, да он даже психолог. При выборе кофе стоимость продукта является одним из ключевых показателей качества. Средняя стоимость кофе в Казахстане варьируется от 500 до 2000 тенге. Каждый год в мире выпивают более 500 миллиардов чашек кофе, более половины за завтраком. Если подходить к фактам, получается, кофе как такой напиток, он не является, если его употреблять в определенных мерах, он является вредным напитком. Когда мы пьем, выпиваем чашечку кофе, у нас получается в нервной системе вырабатывается дофамин. Это такой гормон, который помогает улучшению настроения, получается, более человек становится бодрее, энергичнее. Ну, вот эти 1-2 чашки, получается, в день, это более-менее, получается, такая норма, которая не несет никакого вреда для человека. И нежелательно пить именно утром натощак, что часто делают люди только в спешке бегут на работу. Бариста Ернур работает в этой сфере более 7 лет. Свое утро он начинает с настройки аппарата, пробы на вкус напитка. Большее предпочтение он отдает черному кофе. Когда пьешь чистый кофе, черный, чувствуется весь букет вкуса кофе, чувствуется цитрус, фруктовые оттенки, элементарные, даже шоколадные, почвы. Когда добавляешь уже молоко или даже сахар, он теряет свою структуру кофе. Черный кофе пьют в основном деловые, более серьезные люди, которые постоянно работают, не покладая рук. Капучино с молоком, можно сказать, пьют более расслабленные люди. Латте, по-моему, кажется, пьют более веселые люди. Кофе – это вкусно, даже полезно и очень популярно. Кофе пьют дома, вне дома, на работе. На кофе тратят деньги, но желающих вложить средства в развитие кофейного бизнеса в Казахстане пока нет. Во-первых, очень большой ассортимент самого сырья, продукта, который вы... Очень большой ассортимент материалов, из которого вы можете сделать, например, островок. Это самая, скажем, такая менее затратная составляющая. И, конечно, большой ассортимент оборудования, то есть с точки зрения цены. Если брать в средних цифрах, то есть это, грубо говоря, порядка там, 1,5-2 миллионов тенге. Но кофе – это просто продукт, который требует себе внимания и любви. Если вы просто будете пытаться делать это как бы бизнес купи-продай, ну, наверное, это ненадолго, то есть, как бы, да. И такие проекты, они, как правило, ломают тот рынок, который создается. «Кофейная кантата» – это произведение одного из поклонников кофе. Иоганн Себастьян Бах написал ее еще в 1732 году. В этом юмористическом произведении кофе воспевается как необходимый человеку напиток. «Пойду послушаю кофе».